Здравствуйте, меня зовут Грибанова Дарья Александровна. Я являюсь мастером спорта России по дзюдо. Прошла насыщенный путь профессионального спортсмена, выступая за сборную команды России по дзюдо. Также являюсь дипломированным специалистом в сфере физической культуры и спорта. В настоящее время являюсь наставником Центра спортивной подготовки «Олимп». Дзюдо больше, чем спорт. Это образ жизни, правила этикета, дисциплина, помощь ближнему, уважение к окружающим, уважение к старшим. Самостоятельное принятие решений – это только некоторые качества, которые мы воспитываем в наших учениках через философию дзюдо. В нашей школе не существует скучных тренировочных дней. Программа тренировочного процесса адаптирована под все возраста. Все упражнения даются в соревновательном и в игровом формате, где у детей есть стимул и мотивация. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок всесторонне гармонично развивался, был сильным, здоровым и успешным, ждем вас в школе «Олимп». Записывайтесь на первую пробную бесплатную тренировку. Набор начинается с 3 лет.